Добрий вечір, шановні земляки. Сьогодні у нас певною чином і звичний, і традиційний, і зовсім незвичний випуск програми «Місто і знаки». Адже в минулому році, завдяки ініціативі Олександра Вікторовича Пранкевича і Юрія Любарова, який невдовзі приєднався до цього проєкту, а також нашого Сергія Жуліна, режисера цієї програми, безмінного, виникла зовсім нетрадиційна для Миколаєва, для миколаївського телебачення програма «Місто і знаки». Традиційна, знову ж таки, і традиційна, і незвична у тому, що ну, це, зрештою, такі собі міські прогулянки, коли люди ходять по вулицях міста і розмірковують голос про те, що вони бачать навколо. Нетрадиційна, незвична, тому що, ну, перш за все, розмовляли між собою не будь-хто, а Олександр Пранкевич та Юрій Любаров, люди, які самі по собі є зовсім особливими. А ще тому, що робили це дуже специфічно у своїй іронічній, а інколи навіть і дуже саркастичній манері. Підійшов до кінця перший сезон, і ми розпочинаємо новий. Але погодитися було б зовсім не цікаво повторювати те, що вже було. І оскільки наше місто тільки видається зовсім звичайним, а насправді воно таїть у собі дуже багато тих речей, про які навіть старожили, і думати, і гадки не мали, то ми вирішили цей новий сезон присвятити прочитанню Миколаєва, тобто місто як текст. І тому я хотів би розпочати власну розмову з того, що спитати у вас обох, чим для вас взагалі стала ця програма? Який досвід ви здобули? Що відкрили для себе? І чому новий сезон називатиметься саме так, місто як текст? Будь ласка. Ну, я уже там по-русски говорил все время, можно я уже дальше буду по-русски? Ну, для меня главным открытием, на самом деле, было знакомство с Юрием такое плотное. Потому что мы так давно друг друга знали, о существовании друг друга знали, я читал его книжки, но вот работать с ним было безумно интересно, потому что как это немножко совсем, может быть, даже другая точка зрения, да, отлично от моей. И вот этот такой диалог, он дает возможность посмотреть на город с необычной точки зрения. Посмотрите, что здесь написано. Образ города. Ага. То есть вот это хулиганство вы считаете искусством и даже можете в нем что-то разглядеть? Конечно. Было очень интересно то, что мы играли, мне кажется, самих себя. Правда, Юрий? Да? То есть, я не знаю, насколько мы удачно сыграли самих себя, но вот ощущение самого себя с таким замечательным собеседником в этой городской среде, в городском пространстве, это очень интересный опыт. У меня такого не было. Вот, и, ну и заканчивая на ваш... Вот вторая часть вопроса была, да? То есть почему город как текст? Потому что действительно не хочется повторяться, потому что мы уже многое сказали в предыдущем цикле, но сейчас мне лично хочется написать и восстановить то, что называется Николаевский текст. Насколько это удастся и что это такое, я думаю, что мы еще сегодня поговорим. Безусловно, Юрий, ну вот если говорить о твоем участии, да, в принципе, я понимаю, что программа, либо если бы делал Александр Викторович, либо если бы делал ты, она была бы совершенно другой. Но вот этот вот ваш синтез, это оказалось что-то совершенно необыкновенное. Абсолютно, абсолютно правильно. И, ну, как бы, абсолютно не хваля, петушка хвалит кукуха. И наоборот, я хочу сказать, что вот эта вот работа совместно с Александром Викторовичем для меня открыла абсолютно новый взгляд. То есть, абсолютно новый взгляд на город, на процессы, которые происходят, на ту систематизацию всего того, что мы видим, на углубление в знаковое пространство. Я ведь никогда об этом не думал, как многие из нас никогда не думают, почему это растет рядом с этим, как на нас влияет то, что рядом находятся абсолютно такие разные объекты. А оказывается, что это все влияет не только на психологию человека, не только на его судьбу, но и на судьбу города. Это и есть главное богатство нашего города. Пространство, воздух, вода. Ну, да, ну как-то уж тут сильно неухоженно. А это неухоженность, это знаки
недостроенности, недосказанности, недолюбленности. И здесь опять побеждает смысловой хаос. Для меня передача «Город и знаки» было что-то сродни тому, что вот лежит некое красивое, вот мы сейчас стоим над картой, да, вот для меня город, да, сегодня, это большое, красивое, яркое, многоцветное пятно с улицами, прочерченными, все, а вот оно вот покрыто большим слоем серой пыли. И вот мы так сдуваем по чуть-чуть и смотрим, вот эту улицу. Или пальцем по пыли. Или пальцем по пыли рисуем сверху. Вот мы очистили эту улицу, посмотрели. Если такую работу будет выполнять каждый из нас, жителей города, открывая для себя что-то, сдувая пыль, да, наш город сложный, да, наш город серый, да, наш, может быть, серее, чем другие, да, наш город непростой, да, но на самом деле у него интереснейшая история, интереснейшие люди, интереснейшие легенды, мифы, все это здесь есть, надо только пыль сдуть, вот мне кажется. Александрович, вот с того момента, как вы начали думать о городе как тексте, вы, в общем-то, постоянно цитируете какие-то тексты о Николае. Причем для меня, например, совершенным открытием было, что у Тургенева, например, есть текст о Николаеве. И действительно, вот через призму этих текстов город предстает совсем другим. Что вы увидели? Ну, я об этом сейчас сказать не могу, потому что... Это кокетливо. Нет, это не кокетливо, просто именно в этом состоит идея следующего цикла. Я беру именно выдающиеся литературные произведения, действительно, писателей первого ряда, пусть на меня не обижаются наши николаевские литераторы, там кое-кто попадается. Задача моя как раз попробовать прочитать эти тексты по-новому, потому что именно прочитать, вот, используя все мои знания, вот, опыт историка литературы, да, то есть я читаю, вот, и там действительно попадаются совершенно неожиданные вещи. Ну, в общем-то, новое прочтение старых текстов – это, ну, один из краеугольных камней постмодернизма. То есть вы хотите сказать, что это такое постмодернистское прочтение Николаева? Ну, не знаю, какое оно будет. Это посмотрим. Я не знаю, является ли это постмодернистским прочтением. Просто человек же меняется. Да, проходит очень много разных процессов и событий, да, с которыми мы сталкиваемся. И это как-то влияет на наш читательский опыт. Это то, чем я занимаюсь в жизни. Я все-таки профессор литературы. Да, и вот одно и то же произведение в течение, там, я не знаю, там, вот я преподаю там, госпожу Бовари там, уже 25 лет. И она меняется? Да, каждый день. То есть я в ней вижу что-то такое, чего я раньше не видел. Ну, тексты, наверное, не меняются. Но я, как читатель, наверное, меняюсь. Да? То есть, вот, когда целенаправленно, вот, мы пытаемся построить какой-то образ или понять образ Николаева, который объективно сложился. Да? Они же не сговаривались, когда писали о Николаеве. Кто-то просто проехал там и что-то написал. Я зачем-то съездил в Николаев. И написал. А потом, ну, вот в одном из текстов, которые вы уже читали, да, то есть я читаю Лескова, я знаю этот текст «Очарованный странник», там, я не знаю, многие годы, я его читал в юности, и все. А теперь я его перечитал, и мне стало страшно. Жутко просто, да, написано. Вы узнали там... То, что я никогда в жизни не думал, да, то есть, что сочетание теплой воды с теплым ветром может производить такие страшные эффекты, да, то есть, работает. Ну, вот, Александр Ильич, он такой книжник, да, текстовик, вот он берет текст и вот из этого что-то выужит, я немножко более, ну, такой визионист, да, и там, как это правильно. Ну, и историк тоже, вы да. все время, ну, да, то есть, люблю да, это дело. Что? Вот поэтому для меня, вот, допустим, ту передачу, которую затеял Александр Викторович, для меня это выглядит как? Вот он берет листики с текстами и обклеивает ими город. И вот он, вот я это вижу только так, да, что вот на этом доме прорастает вот этот текст, на этой улице там проступает этот текст, на это, здесь Бабель, здесь Тургенев, здесь Пушкин, здесь не знаю еще кто. Пастернак. Там, Пастернак, например, да. Ну, даже трудно представить, в чем, в каких буквах там можно еще найти Николаев. Ну, я должен сказать, разве что... это плохо? Нет, это прекрасно, вот оно должно вырасти. Вот удивительно, да, вот Александр Викторович читает чужие тексты о Николаеве, а Юра пишет свои. Ну да, у меня плохо с этим, с воображением, поэтому приходится писать свои, чем читать чужие. Знаете, меня все время мучает вопрос, а что такое
Нижний Бам. Почему это место так называют? Я думаю, что это очень просто. Это не Байкал-Амурская магистраль, это бульвар адмирала Макарова. Нижний. Нижний, поскольку с верхнего мы с вами сейчас спустились. Как вы думаете, вообще кто-нибудь в городе Николаеве помнит, что такое БАМ? Я думаю, что во всяком случае молодежь воспринимает это слово чисто фонетически, как звук. Такой БАМ. БАМ. Я очень горжусь тем, что для нашей программы, вот для города Знак, для вашей программы, да, Юра была написана специальная песня, которая мгновенно стала хитом. Я просто расскажу, что Юра мне прислал на Фейсбуке просто файл, говорит, послушай. Я его не успевал послушать дома, мы ушли с ребенком в зоопарк и женой, и я сбросил его на телефон, думаю, ну, потом как-то будет время, там, суну наушники в ухо. А это как раз был какой-то праздник, и очень много было там, я помню, Михаил Федорович Дмитров, там, Владимир Николаевич Топчий, там, ну, много-много, там, Бугаенко, еще. И, ну, в общем, как-то мы собрались, говорили, слушайте, Любаров песню новую написал, давайте послушаем. И я включаю эту песню, и они вдруг начинают кивать головой в такт, притопывать, показывают друг другу. То есть это вот на самом деле оказался хит еще до того, как его услышали широкие массы. Я вернулся домой, дай тебя обниму, город мой. Как ты прекрасен во мраке, прижимаюсь щекой. И никак не пойму твои вечные тайные знаки. Господа, вы принесли карты. Опять-таки открою зрителям маленький секрет. Буквально за минуту до того, как режиссер дал команду запись, тут просто они, вот, два моих собеседника чуть ли не с увеличительным стеклом просто изучали. Вот эта улица такая, это такая. Вот здесь вот. О, а кому это памятник? Интересно, вообще понятия не имеем, кто он был такой. Генерал Брицман. Брицман. Вот какой смысл в этих картах для вас здесь и сейчас? Ну, я понимаю, что Савельич будет ходить по улицам, да? Я по улицам, понимаю? По улицам 1898 года, Николая 1998 года. Для меня в данном конкретном случае я просто ищу локацию для следующей программы, следующего текста, я не знаю, как он там выйдет по счету, но я сейчас просто пишу один сценарий за другим, и меня просто вот интересует, где я буду ходить, потому что я хотел бы поговорить о Бабеле, по-другому немножко прочитать эти рассказы, которые известны. Ну и хотелось бы, в общем, прикинуть, где это было, потому что улица Рыбная, она была, вот она тут на карте есть. А вот другую, упоминавшуюся в истории моей голубятни, Охотницкую мы не нашли. Ну, надо искать, спрашивать специалистов, подскажут. Еще это просто у нас такой вечер откровения. Александр Викторович вчера практически целый день провел в архиве, разыскивая какие-нибудь упоминания об улице Охотницкой, вы так и не нашел, но зато нашел какое-то невероятное количество рапортов о еврейских погромах. Ну, я об этом не очень хочу говорить. Это безусловно, но понимаете, если уже говорить о кухне, да, вот эта программа. Я не хочу писать исторический комментарий к рассказам Бабеля. Да, то есть все-таки я читаю эти произведения как филолог. Это, да, Николаев, он связан с жизнью. Меня не очень интересует, насколько там историческая правда, не историческая правда, придуманная биография, не придуманная биография. Есть образ города созданный. Да? Вот, конечно, все, что есть в литературе, всегда все придумано. Да? Но вот это меня интересует. Но в архиве, в частности, я просто там вдохновение для себя искал, да? То есть, чтобы как вот читать. Потому что там действительно смешные есть вещи, когда я читал вот этот отрывок, этот манифест 17 октября, да, то есть там понятно, что Николай II объявляет о разных правах, а еврейский человек читает: «Граждане свободной России, светло вам Христовым воскресеньем». Ну, какое Христовое воскресенье 17 октября, да, то есть какая-то лукавая улыбка вдруг. Но если бы я не положил эту книгу и манифест, может быть, я еще-то раньше обратил внимание, какое Христово воскресенье? В октябре. В октябре. Поэтому, ну, думаю, может, они действительно там про Христово воскресенье написали. Ну, так и нет. Вот. Но это эпизод, он, может, и не войдет никогда в сценарий. Но это просто
Ну, а вообще, вот, на самом деле, мне вот интересно, все-таки вот в результате вот этого такого прочтения текстов о городе и составления этого образа, что вы построите вот для телезрителя? Вот, что это будет, в конце концов? Ну, пока я еще не знаю. То есть, что называется текстом, если хотите, определение, да? То есть, это система... там серия там высказываний разных совершенно о каком-то городе, о каком-то пространстве. Почему? Потому что писатели, которые живут в каком-то городе, они все равно в разное время, да, разные писатели оставляют образ этого города в своих произведениях. Ну, не только писатели, это могут быть художники, скульпторы, композиторы, кто угодно. Например, там Булгаков, да, то есть он там жил в Киеве, и вы находите чудесные образы Киева. Там, или тот же Лесков, который мы упоминали, да, он жил там в Киеве, и не, они друг с другом не общались, это уже разные времена, но тем не менее, я читаю, да, и зная Киев, я понимаю, что это об этом городе, потому что там есть одно ощущение пространства, одно ощущение времени, есть какие-то общие мифы, которые они вписываются, да, или сами пишут и так далее. То есть, и вот, что касается Николаева, мне кажется, что такие мифы или такие тексты для больших городов, они уже для многих написаны. А в Николаеве? Вот нету. Вы его найдете? Вот я его ищу. Я не знаю, чем закончится сам процесс поиска, но я активно его ищу, то есть я выстраиваю. И вот посмотрим, как это все будет. Вот удивительный парадокс, да? С одной стороны, Александр Викторович читает тексты, с другой стороны, он пишет свои тексты. И он, как настоящий писатель, не знает, куда выведет его этот текст. Помню, вот я страшно, тоже как филолог, страшно люблю фразу из дневника Пушкина, из письма Пушкина, что за штуку выкинула моя Танька, взяла да выскочила замуж. Да. То да. есть, когда герой начинает жить своей жизнью. Его уже не остановить. Да, и он действует, он развивается согласно логике этого текста. И ты уже просто описываешь это. И вот Александр Викторович, по сути, ваш герой это Николаев. И вот в кого... Или Николаевец. Да, или Николаев. Ну, все-таки, это? Скорее всего, Николаев как определенный тип пространства и люди, не отдельный Николаевец, а скорее люди. То есть, вот если говорить об этом, да, то есть, ну, есть какие-то вещи поразительные, да, меня удивляет, да, то есть, как история Анахарсиса, описанные Геродотом, да, то есть, ну, о чем говорит эта история? Это неприятие какого-то чужого человека, да, то есть, и история моей голубятни, написанная, да, Бабелем в начале 20 века, нам рассказывают об одном и том же, что появляется какой-то другой, непохожий, и городское пространство как-то его отторгает в разных, ну, довольно-таки жестоких формах, да, то есть, ты начинаешь думать, ну, что ж такое-то, ну, что ж, как же так, да, то есть, столько тысяч лет проходит, а эти вещи как-то повторяются, да, причем это люди, ну, писатели, в общем-то, хорошего качества. Геродот для меня не историк, а скорее такой себе Маркес эпохи там, ну, античности. Такие там он красивые сказки рассказывает, в общем-то. И вот это меня поражает, да, то есть это вот повторяемость. Ну, не знаю, куда выведет. Что, а вот еще интересно, вот ваш личный опыт, живет. Да? Вот Юра, он коренной николаевец. Но вы-то тоже ведь, в общем-то, пришлец, да, в чужой земле. Да. Вот каков ваш опыт становления своим в Николаеве? Я не знаю, являюсь ли я своим или не являюсь, это вопрос сложный, да, то есть это правда. Но говоря о замысле текста, именно Николаев как текст, и, собственно, город и знаки, да, и, может быть, что-то другое, о чем мы будем говорить, это как раз благодаря тому, что я все-таки не до конца свой. Да, то есть, ну, по терминологии Льва Гумилева, я не люблю Льва Гумилева, но у него просто там такое слово смешное, Ксения она называется, да, то есть ксенос, чужой. Uh-huh. Но если ты такой человек чужой, но очень хорошо интегрированный в культуру, в которую он попадает, да, то есть он все понимает в культуре, в которой он находится. А да? В вашем случае еще и сказать можно. Да, то есть он прочитывает культурные коды, но он все равно не остается до конца своим. Я пытаюсь себя приучить к тому, чтобы не видеть какие-то вещи, но я продолжаю их видеть. А вам интересен Николаев? Безумно интересен. Даже среди этого какого-то буйства, да, знак, встречаются
такие чудесные места, как вот этот шахматный клуб, где все продумано, все организовано. Ну, лично для меня это место – это некий остров спокойствия, мыслей, размышлений, всем тем, с чем может у человека ассоциироваться игра в шахматы. Да, ну такое впечатление, что в остальных частях города играют в поддавки. Или в дурака. Вот, Юра, вот о чем я хотел спросить. Да, Александр Викторович смотрит со стороны. Ты как бы смотришь изнутри, да? Да. Но благодаря вот этой вашей совместной программе ты таки тоже сменил оптику. И ты говоришь о том, что там что-то сдул, да, что-то почистил, да, там что-то. Конечно. А вот что именно для тебя оказалось наиболее, ну, наибольшим откровением? Наибольшим откровением мне оказалось, скажу честно, что люди, которые не родились в Николаеве, могут его любить. Вот я смотрю на Александра Викторовича, да, то есть для меня этот город, я его люблю, потому что здесь родился. Ну вот я родился здесь, да, как бы я его вынужден любить. Эти улицы, родился на Советской, на проспекте Ленина. Ну вот эти серые, ровные, действительно продуваемые, эти острые углы. Это все такое скучное, поделенное на шеренги, на роты. Отец каждое утро на завод, на трамвае, с завода, гудки, все это. То есть я понимаю, что я его вынужден любить, потому что у меня, ну, другой родины нет. И не будет уже, да, как бы у каждого человека. Ну, появился человек со стороны. Понятно, Александр Викторович не один такой. Но вот насколько вот глубоко я это понял, именно вот в этой работе. Появился человек, который со стороны, он родился в другом городе, который может быть красивее, может быть там люди веселее, или там улицы кривее. Ну да, город Мурманск веселее. Я понимаю, да, но я образно говорю, может быть, я спасибо говорю, может быть, да. И человек влюбляется в мой город. И вот мы вместе смотрим на этот город, и я уже смотрю его глазами, а что, тут действительно круто. А вот это не недостаток, а наоборот преимущество. А вот тут вот красивенько, а вот тут стоит только потереть. Ну, кстати, господа, я должен сказать, что вот, глядя вашу программу, я крайне мало увидел того момента, когда говорили, ой, как здорово, в основном говорили, ой, какая гадость. Ну, настроение, вот будет ли надежда? Извините, все-таки я надеюсь, что люди, которые смотрят нашу программу, вот те, кто мне рассказывали, они никто нам не говорили, что мы такие занудные два типа, которые так серо малюют. Да, мы, может быть, саркастически высказываемся, но общее настроение вообще-то цикла. Вот, может быть, благодаря песне, которую написал Юрий, да, то есть нету никакой безнадёги. Есть проблемность, есть сарказм, есть ирония, есть что угодно. Но мы, когда делали какие-то вещи с ним, да, то есть записываем, то он говорит, ну, капец, он говорит, такого наговорили. Да, наговорили такого, наговорили. Все обидятся. Да, все обидятся. Потом смотрим на экране, ну, вроде как ничего. Может быть, это не так плохо, как на самом деле. Может быть, мы еще и приукрасили немножко это. Поэтому здесь есть эта вещь, да, но ведь вы понимаете еще о чем речь идет, да, то есть любовь, она ведь странная вещь, да, то есть когда человек любит что-то, он или кого-то, он должен понимать недостатки объекта, да, своей любви, то вот о чем идет речь, да, то есть да, а в чем выражается любовь? То кричать, что у нас самый хороший на свете город, но это просто скучно. Ну, сколько можно сказать о том, что у нас самый классный на свете год? Один раз. Ну, все. Мені дуже хочеться сподіватися, що не тільки вам, але й нашим глядачам, принаймні після того, як вони подивилися нашу програму, вже закрутило подивитися і те, що Олександр Вікторович зробить з містом як текстом, і вже на третій, четвертий, п'ятий сезон, вони вже просто, напевно, що стають у чергу для того, щоб подивитися. Це я скажу, що, скажімо, я намагаюся, якщо вирішую подивитися якийсь серіал, то я чекаю, поки набереться повний сезон, щоб потім вже насолодитися, сісти і подивитися це цілком. Можливо, люди, які навіть вперше почули про цю нашу програму, про перший сезон, вони просто зможуть подивитися це на нашому сайті в Николаєві.Інфо, на наших сторінках і на Фейсбуці, і на каналі в Ютубі. І вже просто скачавши усі ці програми, чи просто вирішивши подивитися їх онлайн, вони отримують вже повне уявлення, ну, принаймні, про те, що ви робили вдвох. Я дуже радий тому, що Юрій таким особливим чином передає естафету, тобто пише нову пісню для нової програми. І, як я завжди кажу, а як ще казати, залишайтеся з нами, буде цікаво. До все добре, до зустрічі.